Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Broken Lines. Итак, у нас с вами, скорее всего, сегодня финальная серия, а мы с вами узнаем последствия наших выборов, наших действий. Нужно было вызывать плотину, не нужно было, непонятно. Будем сейчас в этом с вами сегодня разбираться. Поехали. Последствия. Завод на вершине плотины – единственное, что преграждает путь домой. Последние усилия. Солдаты решают пойти ва-банк, поставив все на решающее сражение. Совсем скоро станет ясно, каковы будут последствия их решений. Но окажутся ли они в силах встретить эти последствия лицом к лицу? Солдаты поднимаются на вершину плотины. Момент настал, не забываем по плану, мы должны... Заткнись уже, наконец. Ты уже запарился со своим планом. Мы все в курсе. Боже, быстрее бы уже свалить с этой плотины. Шерман ждет, народ. Не будем зря время тратить. Так, и... Нам нужно попасть сюда. Ну, танков, благо, я здесь хотя бы уже не вижу. Это уже меня радует. Как лучше идти, пока вопрос. Так, ну давай, наверное, пока сюда. Окей. Ай. Окей. Ай. Get down! Угу. Так, ясно. Fine. Ай. Ай. Так, и... Ха. Ну, давай тогда сюда. Опа. Что-то взорвалось, покажется. Что-то, кажется, мне взорвалось. Окей. Так, ты давай тогда сюда. Ты давай тоже сюда. Так, допустим. Yes. Yes. Так, кто-то получил ранение, что ли? Блин, Морган получил опять ранение. Морган, чтоб тебя. Yes. 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 Так, ты давай пока подавляй. Так, отлично. Mm-hmm. Хорош. Yes. Блин, приказ выполняется. I... Так, ладно. А, у меня вариант, в принципе, здесь получается пройти. Угу. Yes. Так, давай-ка, друг, ты у нас пойдешь сюда, посмотришь хотя бы, что у нас здесь есть с этой стороны. Кто появится, да? Yes. Ой. Ай. Так, хорош. Файн, да, файн, согласен.
Кроме... Бой! Хорош! Так, мать... Ай! Давай, ты сюда. Потом используешь бинтик на всех. Так, окей, тебе пока отмена. Хорош. Молодцы. Просто прям подавляют на ура. Yes. Есть, отлично. Где-то там еще были двое, да? Ну что, уже никого не видать. Ладно, давай пока. Пока сюда. Давай пока сюда. Yes. Окей. А, это уже все. Понято. Yes. Ну, давай тогда идешь сюда. Ну, пока нормально идем, да? Пока продвигаемся прям хорошо. Ай. Давай сюда. Ай. Тишина, мне надо сюда добраться, да? Ой. Хорошо. Ой. Fine. Так, а в чем сложность? Почему-то я не могу попасть сюда. Ну давай тогда сюда. Ай. Давай сюда. Че, никого больше не будет, что ли? Yes. Что-то я сомневаюсь. Yes. Ой, что-то как-то я сомневаюсь, что тут никого больше не будет. Блин, ну вот тут мешается он, конечно. Но судя по тому, что как бы пока тишина. Ой, fine. Yes. Ой, fine. Yes. Ну, давай пока так. Серьезно? Хорош. Хорош, мать. Так, давай тебе сюда. Будешь тогда отстреливаться, да? Yes.
Так. Ай. Yes. Ох ты, ёптыть. Вот это вот я зря зашел, конечно. Вот это вот я прям зря зашел. Okay. Так. Ай. Бегом сюда. Yes. Так, неплохо. По-моему, от этого я товарища избавился, да? А, нет, зараза, он убежал. Сволочь, он убежал. Так, бинтик у тебя? Давай сюда. Бинтиком. Yes. Так, хорош. Потом лечи. Yes. Так. Yes. Пробуем еще разочек. Так, надо так, чтобы он смог его подавить. Okay. Ой. Серьезно? Не взорвал его? Плохо, плохо, плохо. Окей. Так. Yes. Так. О, фак. А, ну хотя бы этот. Промазал. Замечательно. Так, пойдет. Давай. Я верю в тебя. Ты справишься с ними. Yes. Okay. Так, нормально, пока okay. Стреляет. Все. А вы, ребята, не спешили. Чем вы там занимались? Чай, что ли, попивали? Знаешь ли, безликие встретили нас не с распростертыми объятиями. Как у тебя там внизу дела? Просто очешуительно. Тут воняет протухшим болотом, а от этого густого тумана у меня глаза слезятся. Да еще я никак не могу отделаться от мысли, что тут кто-то есть. Кто-то или что-то. Но в этой темноте ни черта не видать. Боже, дружище, ты хоть давить на детонатор сможешь? Нам осталось всего минут 10-15 и пришли. Иди уже, я... Погоди, это что тут ползает? Мать честная, какая уродина! Шерман! Шерман!
Беги отсюда, я разберусь. Но... Ай, моя нога! Вали отсюда, если не хочешь взлететь на воздух вместе со мной. Чекпоинт. Нам тупо надо переубегать, да, отсюда? Вот сюда, а тут машина. Окей, допустим. Ну, как бы, в принципе, можно пробежать. Yes. Okay. Так, приказ выполняется. Ну ладно. Глянем, что с той стороны есть. Вот уже кто-то есть. И там уже кто-то есть. Замечательно. Yes. Так, прибегаешь, подавляешь. Ай. Угу, тебе отмена. Тебе сюда же и туда же. Ай. А тебе тоже пока... Ай, отмена. Блин, никого не видит, к сожалению. Так, допустим. Yes. А, черт. Давай сюда тогда yes. гасить. Ты давай сюда с этой стороны. Или давай вообще сюда. О, прям хорошо так как пошло. А тут еще целая арава. Вы издеваетесь? Ёшки-матрёшки. Окей. Не окей. Предлагаю прям сюда бежать. Окей. А, уже выполняется приказ, серьезно? Так, допустим. Окей. Так, ну ты окей. А тут еще двое. Ух ты, блинский, ё-моё. Офигительно. Yes. Так, предположим. Mm-hmm. Ну, черт, ну опять получаем. Ничего, надо убегать теперь от них или что? Как мне тут с ними справляться-то? Yes. Mm-hmm. Так, ну ты сюда. Ты развернешься. Ты туда. Yes. Ты где у нас? Ескаешь. А, вот ты где. Ну, тогда тебе, я не знаю, куда сюда бежать. Черт возьми. Жесть. У меня минус один уже. У меня уже минус один. Ай. Продолжаю подавлять. Yes. Yes, yes. Блин, приказ выполняется. Проблема в том, что надо сюда бежать. Okay.
черт возьми. Окей. Так, ты что делаешь? Ты давай сюда и лечи себя. Ой. Ты беги сюда и подавляй. Yes. Так, так, так. Не, просто на себя тратить. Ой, файн. В идеале, конечно, когда один подавляет, он в другой начинает стрелять, блин. Ёптыть, а ты откуда тут взялся? Откуда вы тут все взялись-то? Я не понимаю, блин. Жесть какая-то. Сколько ж здесь народу, это ужас какой-то. Главное, шел нормально, было вообще никого не видать. Семь этих. О, мать. Класс. Yes. Yes, yes. Класс. У меня трое лежат. Офигеть. Бинт, потом сюда и подавление. Ой, файн. Да твою ж дивизию. Хорош. Так, давай, наверное, руку помощи делай ей. Офигеть, у меня трое лежат. Трое, блин. А все из-за того, что какая-то, блин, дебильная толпа здесь появилась. Непонятно вообще откуда. Вроде все должно было быть в норме. Так. Давай, лечись. Так, пока подавление. Так, ладно, это осталось, в принципе, там. Okay. Давай наверх. Или нет, давай, наверное, сюда. Yes. А ты, мать, наверх давай. А ты откуда здесь взялся-то, утырок? Я вообще не понимаю, вы откуда взялись? Тут никого не было, блин. Я ж бил, ходил, тут убивал-то, блин. О, жесть какая. Взрывай его к чертям собачьим. И подавление делай. Так, здесь никого. Ну класс.
Офигительно. Откуда вот они берутся? Откуда? Я что-то нифига не понимаю. Так, у тебя еще остались медикаменты? Нет, нифига не осталось у них медикаментов. О, жесть. Так. Идешь пока тогда сюда тоже. Окей. Ты тоже сюда. Серьезно, он еще бежит сюда? Ты издеваешься, утырок, блин. Ты его не видишь? Ну, как всегда, конечно. Откуда тебе видеть-то? Yes. Класс. Еще двое легли. Ну, хахакаешь ты, давай, стреляй-то, в конце концов. Yes. А ты гаси его. Окей. Так, у тебя медикаментов нет. Блин, медикаменты только, получается, у них остались. Мне надо их оживлять, а я не могу. Ты издеваешься? Раньше нельзя было его убить? Он хотя бы, блин, промазал. Уже хорошо. Офигеть. Супра, да, Супра. Yes. Давай сделаем вот так. Потом сюда. Потом вот так. Yes. А ты займешь его позицию. И будешь долбить в него. Yeah. Да убейте вы его в конце концов, блин. Давай пока сюда. Вы издеваетесь? Да неужели? Неужели? Жесть полнейшая. Оживляй. Yes. Оживляй. Ой. Ой. Давай, ой, лечись. Последний бинтик. Okay. У тебя тоже последний бинтик остался? Жесть, тогда пока подожди. Yes. Тебе тогда тоже, кстати, пока отмена. Yes. Yes, yes. Yes. Что-то как-то мы с вами контакт, еще один. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Вот мне сейчас до ваших контактов. Мне надо подлечиться моих бойцов. Okay. Так, давай, мужики. Так, сейчас посмотрим. Так, ладно, пока оставляем. Yes. Okay. Ну и как мне вот тут быть? Ой. О, начинается. Начинается. Ай. Не айкой. Давай, добивай его. Никого не видит.
Yes. 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 Oi. Fine. Oi. Так, нормально. Oi. Take that. Так, ещё минус один. Yes. Не работает. Yes. Yes. I. Так, как быть с тобой? Чё, окей-то, давай убивай его, окей. У тебя в одной получается пока этот снайпер и урон хороший. Ты ж снайпер, он стоит, открытый. Стреляй в него. Окей. Окей. Класс, он убежал. Поздравляю вас. Я вас с этим поздравляю. Ай-ай. Вы хотя бы вдвоем? Ой. Не, не вдвоем они. Yes. Давай тогда сюда. Mm-hmm. Сюда. Ай. Сюда. Окей. Так, окей. Ну, допустим. Ну, yes. Допустим. Так, давай бинтик. Yes. Кстати, последний бинтик. Последнее лекарство. При том, что у меня целая толпа, они все... Не-не-не. Yes. Yes. Давай, наверное, сюда. Yes. Осталось тупо только сюда вот забежать и все, в принципе. Отлично. Грёбаный контакт. Так, хорош. Хорош, минус один есть. Не, давай сюда. Так, вы пока, наверное, зеленый сюда побегите. А, черт. Ладно, давай тогда пока ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. И ты не стрельнул, да? Ой, молодец. А че ж ты тогда не стреляешь у нас? Блин.
Yes. Опасно бежать просто так. Вот так опасно бежать. Take them down. Take that. Класс. Кто из них? Серьезно? Черт, зараза, псы вонючие. Куда стрелять-то? Давай сюда. Тебе срочно отбегаешь сюда. Так, тебе сюда тогда. Ой, fine. Ой, сюда. Okay. Ой, сюда. Take that. А, жесть, жесть, полная жесть, полная жесть. Черт. Все укрытие, бляха-мух, сломали. Морган паникует. Ну, класс, молодец, Морган. Молодец. Вот что мне делать? Целая толпа и... Сколько это получается? 6 опять. Опять 6. Еще этот с гранатометом, блин. Пес вонючий. Ай. У тебя тоже заряды кончились, да? Вообще класс. Shit. Ой. Так, ну он тут пока никого не видит. Так, джамп, джамп, так, подожди. У тебя осколочно, правильно? Кидай. А ты давай подавление. Окей. Тоже подавление. А, нет, у тебя не получится. Пока как-то так. Yes. Okay. Mm-hmm. Yes. Go to hell. Да не успевают убегать. То есть смысла опять-таки эти гранаты вообще ноль абсолютно. Они успевают убегать. Yes. Блин, но мне надо, чтобы все выжили, поэтому Морган у нас никуда не поет, он будет стоять здесь постоянно. Хорош. Да, давай, детракта. Беги ко мне сюда. Ну? Ай, ты мазила, блин. Стреляй, стреляй, давай. Не прекращаем. Ну. Мать, ну стреляй. Ну неужели? Так, остался последний. Давай, наверное, сюда. Еще приказ выполняется. Ну, давай. Выполняй. Еще один? Серьезно? Yes. Yeah.
Так, ладно, допустим. Так, 7,5. 7,5. Так, ладно, пойдет. Ай, файн. Окей. Окей. Так, окей, окей. Окей. Так, Морган, давай, наверное... Вот сюда вот. Так, ну он по-любому сейчас стрельнул уже, правильно? По-любасу стрельнул. Поэтому ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Хорош. Да убейте вы его в конце концов, бляха-муха. Что за полная жесть. Район чист, пора валить через те ворота. Офигеть, у меня столько раненых, это была полная жесть. Главное, они мажут все. Стоит чувак, никем не защищенный, блин, ничем не защищенный. И они мажут. Жестко. Так, и чё? Не понял. Чё ты мне хочешь, игра? У нас получилось! У нас, мать его, получилось! Рано радуешься, нам еще надо прорваться за ворота. Но тут Фрай и Вуд умолкают. Один из раненых вражеских солдат вскрикивает, хватая ртом воздух. Алпра, вы не уходить или вы распространить Мирзака? Хрена с два мы тут останемся. О чем ты вообще? Мирзака есть оружие, есть эксперимент. Неудачный эксперимент. Теперь Мирзака везде, во всех. Я так и знал, что вы, уроды, что-то тут затеяли. Хорошо хоть, что ваш научный проект накрылся знамо чем. Умолять, мы лишь хотеть не упустить Мирзака. Вы уходить, вы забирать Мирзака с вы. Вы в страна, вы град. Ты хочешь сказать, что этот туман пристанет к нам как банный лист? Так мы поверили. Вы Антрикка, вы проклинать нас, так и я вы проклинать. Ну давай, выруби его. Бац. Будь ты сам проклят, урод. А теперь надо бы валить из этой дыры. Мы просто сбросим его здесь? А что ему сделается? Нам к тому же надо за свои шкуры переживать. Но они, получается, заразны. И они про эту заразу будут распространять. Последствия. Солдаты покидают плотину, отправляясь навстречу своей судьбе. Так, четверо на грани смерти. На серебро, кстати, выполнили. Что дальше? Великий потоп смывает и зло, и добро. Несколько местных жителей отправились на корм рыбам, но большинству удается избежать буйства воды благодаря своевременному предупреждению. Плотина уничтожена, и храбрым солдатам остается лишь надеяться, что они поступили правильно. Черт, вода, конечно. Местность тут как следует уделала. Хорошо, что мы предупредили жителей.
Забудь о жителях, смотри лучше какой воздух. Боже, вот уж не думал, что когда-нибудь так соскучусь по свежему воздуху. Кроме того, теперь мы сможем спать спокойно, зная, что туманогенераторы не попадут в лапы фрицев. Как ты думаешь, может, тут безликий ушлепок был прав? Насчет того, что мы не уносим туман с собой. Мы же, в общем, столько времени уже им дышим. Эй, давай решить проблемы в порядке важности, ага? Опасность пока не миновала, и у нас ни капли бензина для местного транспорта. Как дальше поступим? Уже несколько дней прошло с тех пор, как мы запросили помощь. Если штаб отправил самолет, то он тут уже со дня на день может быть. Здесь задерживаться нельзя. Толпы врагов сметут нас еще до того, как прибудет подмога. Если самолет вообще долетит. Предлагаю выдвигаться своим ходом. Подождать самолет, отправиться навстречу неизвестности. А, судя по тому, как мы передавали сообщение, они нифига не поняли. Они попросили нас повторить сообщение. Не знаю, дошло или не дошло, но сидеть и оставаться на месте, это, по-моему, глупо. Поэтому отправимся навстречу неизвестности. Есть ясность с направлением? Для начала подальше от безликих, а там мы что-нибудь на ходу придумаем. Вот только проблема в том, что у нас беда с людьми и снабжением, и мы понятия не имеем, что нас ждет. Если хочешь, можешь оставаться тут и отбиваться от останков противника самостоятельно. Тоже верно. Эх, будем надеяться, что те горы на деле не так страшны, как кажется. Есть только один способ в этом убедиться, верно? А почему тут трое? Отряд бредет навстречу неизвестности. Что ждет солдат впереди? Спасение или нечто иное? Ну что ж, мы с вами полностью завершили кампанию. А лучший солдат Вуд, задание 9, худший солдат Коннор, задание 3, убито 333 врага, гражданских 46, потрачено трофеев 160, найдено ящиков 12, время в игре 9 часов, повтор задания 0, дополнительных событий пережито 30, 10 золотых, 2 серебряные медали. А, то есть, смотрите, получается, можно получить еще 4 разные концовки. Солдаты уничтожили плотину и пешком отправились через горы навстречу неизвестности. То есть, если бы мы с вами нашли бензин, мы, скорее всего, уехали бы на машине. Плотина бы осталась, да, и ну, еще какие-то 2 непонятных задания. 2 неизвестные концовки. Шерман погиб, все остальные выжили. Шерман пожертвовал собой. Ну что ж, вот такая, в принципе, игра. Неплохо. Мне прям понравилось. Необычно такой геймплей. В плане, что надо выставлять сначала задачи, а потом уже все это дело происходит в действии в течение 8 секунд. Прикольно. Ни разу пока я не встречал нигде в других играх такое. Может быть, вы что-то наподобие знаете, поэтому пишите об этом в комментариях. Ну, а также напишите, как свое мнение по этой игре. Мне, в принципе, игра понравилась. Так что, ребят, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.